В Алейском районе завершилась реконструкция моста, который соединяет сразу несколько сел с федеральной трассой А-322. Ремонтные работы на объекте начались еще в сентябре прошлого года. На эти цели из краевого бюджета выделили порядка 65 миллионов рублей. Подрядчик укрепил береговое и подмостовое пространство, положил новое асфальтобетонное покрытие. В настоящее время строители завершают работы по обустройству разметки и обочин. Уже сейчас мост открыт для движения всех видов транспорта. Стоит отметить, что данный объект является стратегическим для всего района. На противоположной стороне находится 5 населенных пунктов. Это образующие предприятия, которые занимаются сельхозпереработкой. По данному мосту ведется вывозка большой объем зерна. На этом было принято решение помочь сельхозпереработчику о доставке данной продукции в Алейск и также Алтайский край.